Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Санж, сегодня мы продолжаем рубрику построек, поехали. Не так давно один комментатор попросил построить мне школьный автобус, что ж, приступаем. И, к сожалению, сейчас это довольно актуально, так как до школы осталось совсем немного. Всем своим подписчикам, которые учатся в школе, соболезную. Да и так, друзья, нам пригодятся ступени из полированного чернокамня, ставим их вот таким образом. Так, сюда каменные кнопки, это у нас будут колеса. Так, далее нам пригодятся... плиты из дуба. Так, раз, два, три, четыре, пять. Затем сюда плиту из полированного чернокамня. Сюда две плиты из полированной плиты из глубинного сланца. Все остальное плиты из дуба. Так, получается расстояние 5 блоков тут. Угу. Сюда второе колесо. Так, далее сюда также каменные кнопки. Затем сюда плиты из дуба. Сюда плиты из полированного чернокамня. Впереди у нас тоже будет плиты из этого же материала. Так, сюда плиты из гладкого камня. Сюда из полированного чернокамня. Далее сюда плиты из гладкого камня. Так, вот таким вот образом. Далее нам пригодится желтый бетон. Ставим его вот сюда. Примерно таким образом. Так, также нам пригодятся ступени из дуба. Ступени из дуба ставим вот сюда. Так, еще одну ступень вот сюда. Вот сюда. Затем вот сюда. Так, все остальное заполняем просто желтым бетоном. Тут у нас будет дверь. Поэтому тут ничего не ставим. Так, тут желтый бетон. А сюда также ступени из дуба. Сюда и также вот сюда. Ступени из дуба, затем сюда. А, так, тут ступени из дуба развернутые вот таким образом ставим. А сюда желтый бетон. И далее нам пригодится кнопки из полированного чернокамня. Ставим две штуки вот сюда. Две штуки вот сюда. Так, и затем нам пригодятся кнопки из акации. И мы ставим их вот сюда. И вот сюда. Так, тут еще одна деталь. Мангровые. Так, нам пригодятся мангровые ступени. Ставим их таким образом. И сюда мангровую табличку. Угу. Так, затем нам пригодятся ковры желтые. Такс. Угу. Ставим их сюда таким образом. Так, хорошо. Вот сюда также. Так, затем для передней части нам пригодятся кирпичи из чернокамня, потрескавшиеся кирпичи из полированного чернокамня. Так, сюда желтые ковры. Так, и затем сюда одну кнопку из дуба. Также нам понадобятся рамки. Так, сюда ставим пару рамок. Так, и затем нам пригодится белый цемент. И помещаем два белых цемента. Должно получиться таким образом. Угу. Так, далее нам пригодится желтый бетон. Сюда черепа визор скелета в качестве зеркал. Сюда и сюда. Так, сюда рычаг. Сюда второй рычаг. А, так, затем нам пригодится стекло. А именно черное стекло и черные стеклянные панели. Так, здесь это закрываем желтым бетоном. И далее сюда ставим черные стеклянные панели. Так, а сюда полноценные блоки черного стекла. Так, затем нам пригодятся люки для окон. Нам пригодятся люки из дуба. Так, сюда еще пара блоков желтого бетона. И сюда черные стеклянные панели. Вот сюда. А окна тут у нас будут выглядеть вот таким вот образом. Да, без стекол.
Это первый раз, когда я делаю окна без стекол. Так, хорошо. Затем нам пригодятся ступени из полированного чернокамня, которые мы ставим вот сюда. Вот сюда. Сюда. И вот сюда. Так, далее ступени из дуба. Встаем на shift, проставляем их сюда. Вот должно получиться примерно вот так. Далее напрягивается желтый бетон. Ставим его вот сюда. Так, сюда, сюда и сюда, сюда. Так, затем нам пригодятся плиты из гладкого кварца, которые мы ставим вот сюда. Также вот сюда. Затем ковры. Так, получается отступать два блока сюда один ковер, сюда ковры и также сюда ковры. Затем нам пригодятся таблички. Таблички из акации и из дуба. Таблички из дуба ставим вот так. Из дуба ставим вот сюда, 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 сюда из акации. Сюда, сюда из акации. Сюда, сюда из дуба. Так, что-то немного неправильно поставил. Так, тут люки из дуба должны быть именно вот таким вот образом. То, чтобы здесь у нас было красиво расположено. Далее сюда ставим ворота из березы. И затем нам пригодится ткацкий станок и несколько знамен. Так, с первого знамена для начала берем серое знамя. Так, тут я уже нанес черную кайму. Далее черный столб. Черная полоса снизу и черная полоса сверху. Вот такое вот знамя, это будет имитация дверей. Так, и второе знамя сзади, черное знамя, желтый краситель, для начала кайма. Так, и затем желтое нижнее пересечение, это будет знамя сзади. Так, раз, два. Затем сюда редстоуновые факела. И экстерьер у нас полностью готов, поэтому переходим к интерьеру. Так, сюда ставим искаженные ступени. Затем сюда рамку, пластинку синт, сюда рычаг. И затем, назад, и затем сзади 4 искаженные ступеньки. И это весь интерьер. Что, друзья, на этом наш автобус готов. А теперь... Данный видеоролик, друзья, подошел к концу. Новые ставьте лукасы, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был снова Эссандж. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.